Более 500 миллиардов рублей получит дополнительно Самарская область на строительство Фрунзенского моста в этом году. Об этом заявил министр транспорта России Максим Соколов во время посещения стройплощадки Фрунзенского моста. Строители при таком должном финансировании обещают установку всех опор завершить уже в этом году. Полностью мост будет готов в 2018 году. Работа здесь идет круглые сутки. Все по графику. Задействовано более 200 специалистов и 70 единиц техники. Подготовка идет к устройству русловой четвертой опоры на том берегу. Забиты шпунтовые ограждения. Основная техника сейчас сконцентрирована на том берегу. В силу того, что здесь был большой паводок в этом году, ну, неожиданно большой, затопило все и технологический мост. И мы сконцентрировали производство работ для цели освоения денежных средств, выделенных уже на правом берегу, на берегу, на городской части. Проект мостового перехода Фрунзенский включает в себя строительство нескольких объектов. Это сам мост через реку Самару, мост через озеро Банное и строительство развязок на улицах Шоссейная и Фрунзе. Длина новой дороги вместе со всеми развязками будет более 2,5 километров. По оценкам специалистов, новый мост в сутки сможет пропускать более 3500 автомобилей. Деньги, которые будут на сегодня уже определены, они 100% будут освоены, даже вопросов нет. Это где-то уже даже к сентябрю месяцу. И мы попросили с Максимом Юрьевичем, чтобы они продолжали дальше работы в Минфине. Встречались и не скучаются, что мы на этот объект еще привлечем федеральный кредит. Вот. Или посмотрим, как у нас будет складываться по собственному дорожному фонду. Будет, если у нас возможность, мы будем на этот объект еще в этом году дополнительно добавлять суммы. Стоимость проекта Фрунзенского мостового перехода в целом более 12 миллиардов рублей. Его реализация имеет стратегическое значение для развития области. Фрунзенский обеспечит дополнительный выезд из города. Кроме того, соединит Самарский и Куйбышевский районы. На месте строительства моста министр транспорта России, губернатор и глава Самары проводят совещание по развитию инфраструктуры региона к чемпионату мира по футболу. В ближайшие 2-3 года Самарская область может получить 31 миллиард рублей из федерального бюджета на строительство инфраструктурных объектов Самарской области. 6 миллиардов из них планируется направить на строительство Фрунзенского моста, остальные деньги на такие объекты, как магистраль Центральная и мост через реку Волга в районе села Климовка. Благодаря совместным усилиям и регионального субъектового дорожного фонда, и федерального бюджета, значит, правительством весной было принято решение о выделении средств Самарскому региону для развития и ремонта дорожной сети Самары в размере 400 миллионов и Тольятти 250 миллионов. Я уверен, что вот будет настоящий прорыв в этом году, более 70 объектов будет реализовано в Самаре в этом году, 120 километров дорог. Также министр транспорта России проинспектировал, как идет реконструкция дороги Волжский аэропорт Курумыч. Работы здесь стартовали в августе 2015 года, а полный ввод в эксплуатацию запланирован на декабрь 2017. Протяженность новой трассы составит 5 километров, из которых 155 метров – это строительство нового моста через железнодорожный переезд. Дорога позволит как автолюбителям, так и людям, которые пользуются общественным транспортом, гораздо быстрее добираться до аэропорта. Марина Матвеевна, Константин Головин. События.